ты снимаешь, да, все? Алло. Привет! Сегодня мы решили немножко сменить формат нашей программы. И сегодня у нас первый приглашенный гость Hustla from Ульяновск. Привет, скажи. Yo. Yo, brother. I'm here to be with you, man. Yeah, yeah. Ты че? Я надеюсь, что не все жители Ульяновска такие же, как вот этот парень. Какой-то парень просто подошел к нам на улице. Покажи, здесь все ребята. Никита, Стас, Гена, Вазгена, Равшан, мальчишки. И вот какой-то парень. Представь. My name is MC Ульяновский рэпер. Я думаю, вы все поняли, что он сказал. Особенно, если у вас синдром Дауна. А сейчас мы находимся около моста. Как говорят, это один из... или самый длинный мост в России. Это так? Нет? Пидор ответ. Река Волга течет, но она замерзла. Что ты меня толкаешь? А, музыкальная пауза. Волга река разделяет на два берега, волнами плеская старается оберегать. Ульяновские пацаны, уличные жители, дети кварталов, районов, повелители, родители не слушали. Вот сколько ушили, приходят домой, трезвели. Подушим, а кто на моем районе дождь, это ж левый, да ты идешь домой один. Наверное, смелый вечер наступил. Сборы на стадионе, человек по численности больше, чем батальон. А завтра тусовки, встречи, тренировки. Поскольку у нас ограниченное время программы, нам приходится давать вот такие вот гости, блять, у нас сегодня. Но сегодня специально для вас мы обязательно возьмем интервью, так же, как и в предыдущие разы, потому что наше видео снова каким-то образом собрало 10 миллиардов просмотров, также обогнало, только благодаря этому парню, мы верим, мы соберем 20 миллиардов просмотров, и после этого поедем уже в свой собственный тур с репортажами и без него. А теперь давайте, как обычно, и мы все счастливы! Выключай!